вот, вот это? Не, не, вот. Вот это? Да. Спасибо. Тихо-тихо езжу в комнату. Руки поставили под голову, выходим в прогиб и начинаем попеременно чуть-чуть качаться, чтобы это самое поясницу поднять. Смотри, смотри. Тяжело, конечно, тяжело. Я девушка сейчас. Где твоя обувь? Обувь вот там. Хорошо, и начинаем идти к правой ноге. Стараемся потянуть и положить животик и голову на правую ножку. Вперед. Выходим опять в прогиб, немножечко покачались. Я пошла уже, да? Нет, я тут. Переносим без тела правую ножку. Сгибаем. Поднимаем левую, закидываем вверх и на два. Стоим. Ира, отходи сюда. Здесь я хочу посмотреть. Опускаем. Переносим вес тела на левую ножку. Поднимаем правую вверх и назад. Дышим. Опускаем. Опять переносим вес тела на правую ножку. Левую поднимаем вверх и назад. Опустили. И поднимаем теперь правую вверх и назад. Стоим. Стоим немножко широко. И поехали, подкачиваем спинку. Проходка вперед. Раз. Назад. Вперед. Назад. И последний раз вперед. Стоим. Разворачиваемся вправо. На левую ножку смотрим. Разворачиваемся влево на правую ножку. Вправо разворачиваемся. Смотрим на левую. Разворачиваемся влево направо. Вперед. И пошли назад. Очень хорошая растяжка и подкачка. Ручки ровненько собираем. Подвигали. Становимся на каремат. Сейчас будет эти пузо бегуна. И растяжка. Хорошо. Как бы мне. Ладно. Так, становимся. Разворачиваемся вправо. И выходим выпад на правую ножку. Пружиним. Пружиним, дышим. Перестаем дышать, ручки опускаем вниз. Вес тела в пах идет. Стоим. Через стороны ручки поднимаем вверх, соединяем головой в замочек. Указатель, пальчик тянется вверх. И пальчик потом вверх и назад. Стоим, дышим. Через стороны ручки опускаем. Поднимаемся на левую. Ручки опускаем вниз. Вес тела в пах. Через сторону ручки поднимаем вверх над головой. В замочек указательный пальчик тянется вверх. Дышим. Опускаем ручки вниз через сторону. Поднимаемся. Садимся на правую ножку. Опять пружиним. Опускаем животик и грудь на правую ножку. Ручки вперед и ручки по диагонали тянутся. Вперед и вверх, животик остается лежать на бедре. Дышим. Правая рука внутрь правой ноги. Левая рука вверх. Дышим. Намасте. Левый локоть внутри левого колена. Ручки в намасте. Здесь гуляет ветер. Две ладошки опускаем вниз. Правая, внутрь правой стопы. И начинаем тянуться вниз.
А я не знаю, а сейчас как? Коленку поставили. Левую коленку выпрямляем носочек. И начинаем тянуть бедро в бочок. Ага, вот этот бочок. Стараемся положить. Бочок. Да. Коленка уже стоит, и мы этот бочок тянем. У кого получается хорошо, тянем лоб правой коленки. Вперед смотрим. И начинаем опускаться. Вниз. Настолько, насколько получается. Кто бы не получается? Ничего, потихонечку, вот, очень мягко. А ну почему? Я знаю, почему левый сустав. Ну вот мы же все разные, понимаешь, у меня тоже очень много всего не дотягивалось. Поднимаемся, садимся на правую согнутую ножку. Правая ножка согнута в колени, левая вытянута, ручки на коленке. Стоим. Держим равновесие. Убираем руки от коленки, положили ручки вперед. И идем к левой вытянутой ножке. Стараемся положить животик, грудь и голову на левую ножку. Хорошо, очень мягко выходим. Левый локоть возле левого колена. Ладошка сюда. Пах. Угу. Стараемся дать обувь. Да. Правый локоточек вниз потянули. Ничего, вот это же растяжечка такая, да. Она такая сильная, но левый локоть возле левого колена. Если не получается, ручку вот сюда поставили. Левый локоть возле левого колена. Указательный средний пальчик левой руки на большой пальчик правой ноги. Правая рука в сторону, взлетная полоса. Да. А так, если что, ручка вот в упоре сюда. Угу. Главное здесь удержать равновесие. Опускаем правую руку, левую ручку заводим за ножку, сюда. Угу. А правую ручку за спинку, стараемся поймать правую и левую ручку в замочек. Ну, ты что, что это сделала? Вот, Олечка делает, Наташа, я. А, ну, так, вообще, я тоже достану. Да, там главное, чтобы локоть был возле коленки. Я просто еще с телом не очень. Ничего, вы хотя бы будете понимать, что вообще тело как может. Снимаем замочек, ручки поставили вперед, очень мягко перекатываемся на левую стопу. И потянули стопу на себя, от себя. Это для того, чтобы сухожилия связочки растянулись и не было спазма. Это та, которая растянута? Да, прям. И теперь другую сторону, присели на правую, потянули левую. И теперь пересаживаемся на левую ножку и выходим в позу бегуна. Оп. Угу. Да, на другую ножку. Садимся, немножечко попружинили. И переносим животик и грудь на левое бедро. Ручки вытягиваем вперед. И ручки вместе с головой тянутся вперед и вверх. Животик остается лежать на бедре. Дышим. Левая рука внутрь левой стопы, правая рука вверх, разворачиваемся, дышим. Намасте, левый локоть внутрь левого колена. Ручки поставили внутрь левой стопы, разворачиваемся прямо и начинаем пружинить вниз, максимально настолько, насколько получается. Положили коленку, вытягиваем носочек и начинаем тянуть бедрышко в сторону. Очень хорошая растяжечка, вообще все растягивает таз, бедра, ножки, спинку. И лбом потянулись к согнутой ножке. Вперед. И сгибаем руки в локтях и наклоняемся настолько, насколько позволяет нам наше тело. Поднимаемся. Садимся на левую согнутую ножку, правая ножка в сторону. Руки на коленку, стараемся держать равновесие. Поднимаем ручки и идем к правой ножке. Стараемся потянуть и положить животик, грудь и голову на правую ножку.
Хорошо, выходим правой локоть или правого колена. Ничего, ничего. Левый локоточек потянули. Правую ручку заводим подножкой, левую за спинку и стараемся поймать замочек. Ракета. А, точно, ракету еще. Давайте обратную полосу. Да. И ручку заводим подножкой и замочек. Снимаем замочек, ручки поставили вперед и опять перекатываемся на правую ножку. Ой, хорошо. На левую. Угу. Отлично, подтягиваем правую ножку к левой. Немножечко посидели, поокружинили, ручки вперед. И скруженькая спинка очень на это поднимается. Ну как? Угу. Все хорошо, спасибо. Да. Ну такая вот, она такая сложноватая, но она помогает очень хорошо растянуться, сделать вообще очень крепкими ножки, мышцы. И в то же время очень большие потом возможности по асанам становятся. То есть нас побрать нужно потом, потому что растяжка очень хорошая. Сюда эта подвижность есть. А? 50. Нет, сейчас ты хочешь сойти.